Телеканал КРТ представляє. Для кого існує Україна? Читаючи Конституцію, ви легко зможете відповісти на дане питання. Наша держава існує для народу, оскільки ми і є носієм суверенітету та повноти всієї влади. На жаль, наші політики інакше розуміють ситуацію та, скоріш за все, щиро переконані, що Україна – це їх власність. І лише разом українці змусять можновладців дбати про людей, а не про власні кишені. Це програма «Презумпція винуватості», де ми за допомогою механізмів громадянського суспільства переконуємо недолугих чинуш, цинічних розпалювачів ненависті та владних пройдисвітів. В студії я і ведучий Дмитро Василець та адвокат Андрій Гожий. Вітаю. Здравствуйте. На початку квітня сталося ЧП, яке чомусь залишається непомітним для українських ЗМІ та правоохоронців. Невідомі особи захопили головний офіс Держрезерву. Що це за рейдери такі безстрашні? Може, наша фаза операції нова така, знаєте, шатун чи як? От ми бачимо новину, і от дійсно будівля Держрезерву, і на сайті Держрезерву захопили головний офіс. Ну, тобто, пане Андрію, як ви вважаєте, все ж таки, а де поліція, де безліч бобіків, гелікоптери, спецназ, Нацгвардія, там, що ще можна підключити, коли ми бачимо, що цілий офіс Держрезерву захопили? Очень странная новость, но несмотря на то, что наш борец с преступностью и Путиным по всем фронтам, господин Аваков, как объявил операцию «Шатун», однако ее не закончил, и с операцией «Шатун» боролся как герой Катманду, Зориный Шкиряк, который пошел сейчас на повышение и сохранил свое место как любитель лизания тарелок, согласно японской традиции, Антон Геращенко, который стал целым заместителем министра, то, читая такую новость, да, у меня тоже возник вопрос. Постойте, Госрезерв, главный офис, кому, во-первых, в голову может прийти, что это за рейдеры такие? Давайте для наших глядачів, щоб було зрозуміло, от ви, як юрист, поясніть, що таке Держрезерв, що там повинно бути і за що відповідає ця державна структура. Тому що, ну, я думаю, що багатьом дуже цікаво буде саме деталі почути, що ж там таке коїться. Эта организация существует для того, что если в стране по какой-то причине чего-то вдруг не станет, допустим, война, какие-то квоты будут введены, санкции и прочего, чтобы эта организация могла обеспечить украинскую экономику, а также граждан Украины по определенным нормативам недостающими материалами. Вот, допустим, если мы обратим внимание на постановление Кабинета министров, подписано оно было еще господином Гройсманом, однако, по сути, к исполнению было направлено вот в недавнее время. В связи с тем, что по миру идет ужасно опасная эпидемия COVID-19, и у нас даже объявлена пандемия, было указание Кабинета министров нашего правительства обеспечить Министерство охраны здоровья соответствующими медицинскими материалами, среди которых почти 10 миллионов масок. Поэтому... Ну, тобто, це там ті самі маски, яких так бракувало у наших аптеках і в лікарнях, і таким чином у нас медики – це основна така група людей, які в ризику, які зараз хворіють на цю хворобу. Їх не просто не хватало. Во-первых, ми знаємо, що огромне кількість наших масок, ну, як наших, ми ж... украинских, капиталистами украинскими было вывезено и продано в Китай. Но тут ничего не поделаешь, это капитализм, если людям... Ну, это, если же плутать державное и... Не-не, да, мы чтобы не путать государственное и частное, должны зрителям сказать, что, ребята, просто было очень много возмущения по этому поводу, что вы живете в условиях дикого капитализма, и если маски принадлежат крупному буржуа, то он что хочет с ними, и то и делать, и не надо взывать к его патриотизму. А есть государственные маски, которых было 10 миллионов, и которыми должен был быть насыщен рынок,
дешевыми этими масками, больницы, поликлиники. Чи вони повинні видати бесплатно маски? Тому в том числе по закону, да, еще, да. Вони если, повинні бесплатно видати. Конечно, если вводится карантинное мероприятие во избежание эпидемиологических осложнений, должны быть выданы бесплатно. А так, какую мы картину увидели, что маски в аптеках доходили по 30-50 гривен за одну штуку, в больницах их не было. Врачи начали массово болеть COVID-19. Звонки приходили со всех регионов, что масок нет. Поэтому вопрос, куда они делись? Может, у них срок придатности закончился? Ну, понимаете, в стране, в Украине, когда были демонтированы почтовые ящики, знаете почему? Вот уличные возле частных домов. Потому что закончился срок эксплуатации. Поэтому я не удивлюсь, если у них у почтовых ящиков заканчивается срок эксплуатации, что и маски расстроились. Нет, мы думаем, что здесь, наверное, был какой-то спекулятивный корупционный момент. А можливо, просто история трошки інша. Можливо, просто в Держрезерві, в офісі, лежало 10 мільйонів масок. А тут якраз просто захопили Держрезерв. І тут новина якраз була про те, що Держрезерв захопили. Можливо, ці злодії просто взяли і там на кравчучках якимось чином вивезли ці маски з офісу Держрезерву, з-під носа у наших правоохоронних органів. А безліч бобіків і гелікоптери просто не встигли туди доїхати. Пробки? В Киеве же пробки. Поэтому, да, пробраться бобиком и геликоптером очень-очень тяжело. А в Госрезерв... Геликоптеры гарні, французские, Аваков, на бюджетные кошти. Дуже багато их закупив. Тобто там, я думаю, що... А разве он на них на охоту не летает? Ну, я деталей не знаю, але я знаю, що теоретично безліч геликоптерів реально є на складі. Чи як? Чи на аэродромах? Где-то они есть. Тобто, да, где-то они есть. Десь вони є. Думаю, даже можно на них покататься за определенные деньги, особенно если ты налоговик. То есть в одну сторону с какой-то области в Киев тебя обязательно привезут на аваковском геликоптере. Вот. Ну, правда, еще подозрения дадут и денег попросят. Ну, как вы уважаете, можливо, такая новина, она стосується саме того, что просто каким мужчинам вывезли эти грабежники, эти 10 миллионов масок? Я думаю, мы должны пойти по пути следствия и выяснить, кто были эти рейдеры проклятые. Их надо отыскать, чтобы мы могли совершить гражданский арест и доставить их в тюрьму. Але я все ж таки, знаєте, мені от, треба зараз зробити таке, знаєте, чистосердечне признання. Тому що яким чином все ж таки я теж причетний до цього захоплення Держрезерву. Тому що коли все починалось, коли оці бандюки туди вламувалися, цей Держрезерв, я був в їх рядах. Навіть так. Тобто Василець ворував маски? Ні, до цього ми не а дійшли. А що ви там робили? Але все ж таки, саме у той день, коли цю новину опублікували, ми все ж таки були у Держрезерві з нашими друзями. І от я зараз хочу поставити вам відео, щоб ми всі подивилися на цих грабіжників, які теоретично, я так розумію, було, якщо дивитися логіку Держрезерву на кравчучках, чи як, вивезли, мабуть, ці маски. И згідно этого распоряжения Министерство охраны здоровья только сейчас, 23 марта, получили эти маски. Потому что врачи говорят, нам не хватает ни масок, ни аппаратов искусственной вентиляции. Да. И опять же, этих масок как такового нет. Никто не знает, где то есть на бумаге передали, масок в натуре да, непонятно да, где. Да, да. Красиво все, Госрезерв, красиво. А это личный охранник? Это не руководство. А вот кому? Это личная охрана. А мы к руководству. А вы... Система охраны. Я не-не-не, так хорошо, никто не представляется. Вы сейчас препятствуете мне... хорошо. Вы препятствуете вас осуществлению. Подъехали, мы сейчас разберемся. Уже подъезжали, мы уже разбирались. Вы были за юный камень. Куда вы собрались? Мы... Вы? Да. Вы какой? Объекты. Вы кто такой? Смотри. Я начальник...
Ребята, ну это самое. Вот смотрите, вот это вот так выглядит удостоверение. Вот так вот выглядит удостоверение. Видите? Он прячет его. Пойдемте, мы удостоверение. Извините, это Филькина грамота. Вы непонятно кто. Еще раз. Вы непонятно кто. Вы непонятно кто. Вы показываете журналистской деятельности. Еще раз. Пойдемте. Так мы уже ждем. Мы и так уже ждем. Ну, ребята. Вы кто такой? Не надо меня толкать. Вы меня не полиция. Вы меня толкаете. Не толкайте меня, чувак. Не толкайте меня, молодой человек. Не толкайте меня. Не препятствуйте мне. Мы не можем этого сделать. Вы видели это удостоверение? Вот прямо. Я тоже гражданин Украины. Отлично. Мы в этом не уверены. Обвиняемый нормальный человек. Поэтому мы хотим, чтобы нас 2 часа не мариновали. Мы хотим просто всего лишь юрист, который сейчас к вам спустится. Мы 2 часа уже ждали. Вы изъявлены то, что вы написали в заявлении. А почему девушка без маски ходит? Или 3 часа, сколько времени вы наблюдали? Вы кто такой? Спустится, обсудит. Я не понимаю, к чему этот человек нам что-то говорит. Вы кто? Вы кто такой? Вы журналист. Вы препятствуете моей деятельности. Я президент нашей организации. Какой? Центр сприятия противодействия коррупции. Мы организовали штаб борьбы с коронавирусом. При громадской организации по городу Киеву у нас штабы. Хорошо. Вы выделили 10 миллионов. Вы уполномочены отвечать на все вопросы? Вы уполномочены отвечать на все вопросы? Сотрудник, который уполномоченный... Мои 2 часа... Вы непонятно кто. Вы непонятно кто. Вы показали какую-то фильтрную грамоту. Вы покажите мне удостоверение ваше с фотографией. Покажите мне удостоверение. Вы себя позиционируете как представитель органа государственной власти. Вы обязаны представиться. Вы обязаны. Примите наше заявление и просто в глаза посмотрим. Вы обязаны. Вы как представитель органа публичной власти обязаны представить удостоверение. По первому требованию. Если вы не представляете, значит вы никто. Все, но это никто. Это никто. Замечательно. Обрати внимание на курс. Обрати внимание на час. Да, я смотрю, все очень статусно, все очень хорошо. Второй этаж очень круто выглядит. Тут да, это видно теперь хоть куда резерв пошел, да? Да, это все топ уровня, понимаешь? Здесь все статусно, здесь это личная охрана. Видите, вот смотрите, как выглядит наша заначка. Но почему к нам так относится? Смотрите, как это все выглядит. Смотрите, вот сюда. Смотрите, вот какой-то тоже заступник головы. Все ж таки, якщо дивитися на реальність захоплення офісу Держрезерву і візит журналістів та громадських діячів до Держрезерву, це, ну, мені здається, що це різні речі. І я можу вас запевнити, що точно ми на Кравчучках маски не вивозили, тому що ми писали відео, у нас не було Кравчучок, і у нас не було мети вивезти звідти маски. Ми хотіли розібратися, де вони поділися, тому що 10 мільйонів по документам було, а потім немає. І всього логічне питання, а де ті маски, які повинна держава безкоштовно роздавати громадянам України? 10 мільйонів – це кожного третього можна вдіти в маску. Кожного третього громадянина України. Тобто, якщо сім'я у вас там з 3 чоловік, одному можна було видати цю маску. От таким чином. От як ви вважаєте, от чому ми зараз в Держрезерві бачили от те, що бачили? Чому така неадекватна реакція? Чому нам охорона перешкоджала фактично журналістській діяльності та не давала задати прості питання чиновникам? Чому чиновники Держрезерву так бояться питання? Ну, видимо, наши чиновники решили вместо масок раздать людям штрафы по 17 тысяч гривен. Для них это выгоднее будет, чем майбахи заправлять свои и на вертолетах на охоту летать, по славной традиции господина Пашинского. Ну, знаете, вот у меня такое впечатление, что когда Зеленский проводил для своих чиновников и депутатов курсы, да, там в Карпатах, чтобы они безграмотные хоть поняли, куда они идут, у них отдельно был курс по тупости и хамству. Потому что когда к тебе приходит журналист, задать вопросы, снимает тебя на видео, выходить к нему, толкаться, мешать пройти, а потом давать пресс-релиз, рассказывая, что мы...
прочитали, что Госрезерв, толпа неизвестных, ворвались, на всех там чихали ковидом, нарушали карантин, поломали технику, всех избили, але сломали. Але ви ж розумієте, якщо б не було відео, то теоретично поліція б могла таким чином, незважаючи на те, що з реальністю це не має нічого спільного, завести якусь кримінальну справу. Але вони зрозуміли, що кожну нашу фамілію, ім'я вони записали, вони чітко знали, тому що ми прийшли з документами, чому ми туди прийшли. І все одно ми бачимо такі заяви. Я думаю, если бы у нас не было видео, бравые орлы Бакланова уже отчитались бы о новой террористической группе, которая по заданию Путина сломала Госрезерв, и на вас бы повесили не только маски, а там и пшеницу, и сахар, и топливо, и золото, и все что угодно. Вам бы, знаете, каждый отдел СБУ, каждый этаж бы скинулся по статье. Но слава богу, что вы снимали видео, и вы видите, как ведут себя чиновники. Во-первых, ну, знаете, это не государственное учреждение, а какой-то будуар, понимаете? Мы с вами были в европейских государственных учреждениях, да? Там поскромнейше. Там скромно, да. Здесь ковры, навіть картины, гобелены. Навіть в Европарламенте. В Европарламенте вообще скромно, да. Стол, это вот, компьютер. В золоте все. Выходит какой-то мужчина со справкой. Что он за справку предъявляет? С дурдома? Что это за справка, если есть удостоверение? Не, ну, постарайте. Давайте все ж таки подивимося більш логично. Виходить, я так розумію, представник Держрезерву у спортивному костюмі, дорогом, у туфлях, дуже дорогом, з дорогим годинником. От, я так розумію, що це просто така, знаєте, охоронна функція у цього персонажа. Щоб не виписувати йому якесь посвідчення, йому виписали просто бумажку. Справку. Справку, так, з Держрезерву, що він якимось чином там причетний до цього Держрезерву. Я так розумію, в посадових інструкціях у нього є першим пунктом, я думаю, що єдиним пунктом, не допускати до голови Держрезерву жодного журналіста, який може теоретично навіть задати питання, а ще зняти все на камеру. І ми бачимо, як цей хлопець відробляє свої кошти. Я не розумію, до речі, яка в нього посада, але все ж таки. Коли він ось так справку показував, у мене погане зріння. Там, вроді, заслонятор написано, должность. Тобто заслонятор і отслонятор від його председателя. Тобто його задача підставити мощну грудь і інші точки свого тіла під жорсткий входящий стрім від журналістів, які пройшли... Пришли выяснить, где наше, ваше, мое имущество. Но нет, браво, вот у него же, наверное, зарплата хорошая. А вот я вот хочу зрозуміти, вот если украинцев брать, ну мы же теоретично громадяни України, это же наше, мы же платим податки. Это не теоретично наше, это наше. Ну для наших чиновников воно теоретично наше, а практично воно їхнє. Ми бачимо, що ну, ми ж можемо прийти і задати питання, як там розпорядилися тим майном, яке ми оплатили за свої податки. Держрезерв, вони просто повинні на складах це тримати, а коли потрібно, роздавати. Ну, це об'єктивно нормальна функція державної установи. Але ми бачимо, що коли намагаємося навіть задати питання, як сталося, де, чому, ми бачимо, як там просто груддю стають якісь хлопці в спортивних костюмах. Зі справками. І все. Ну, як це? Це точно законно? І, можливо, ми щось порушили. Можливо, ми, громадяни України, можливо, ми не маємо задавати право питання, от, що відбувається з Держрезервом, куди поділося те чи інше майно. Можливо, ну от як, от ви як юрист можете пояснити, можливо, ми щось не маємо права якогось? Ну, у нас є одне право, по мнению чиновників, це не мешати їм колотити бабло і займатися своєю красивою життю. Ну, слушайте, сидять чиновники в розкошному офісі, в спортивних костюмах, у них карантин, зарплата капає, а тут приходять якісь громадяни. Вони б там коньячку б випили б, закусили б салом б зі складов, із Госрезерву. А тут граждане какие-то... Я думаю, такого вони не їдять. Сало не їдять? Я думаю, ні. Там, я думаю, там і корка.
Ікорка, таке інше. Так, тобто, ну, ікорка. Я просто теоретично думаю, що якщо подивитись на ремонт, на от, так, масштаби розкоші, то я думаю, що сало тут точно не їдять. Інтересно, а в госрезерві є запас ікри, і з якої країни вона происхождення? Вот это надо выяснить, потому что... Потрібно журналістський запит відправити з цього приводу. Потому что наш верховный главнокомандующий должен питаться по пайку высшего разряда. У нас война все-таки с Россией идет, у нас целые штабы. Ничего немає, але все ж таки так. Ну, нам багато розповідають з цього приводу. Поэтому икра должна быть для мозговой деятельности наших чиновников. Але все ж таки, давайте подивимося ще один фрагмент з штурму Держрезерву. Мы хотим выяснить, где государственный резерв. Слушайте, я не с вами разговариваю, пожалуйста, не мешайте мне. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как это? Ногами? Ногами, как все люди. Ну, ногами, значит. Вы же как бы в курсе установили кабинет министра? А вы в курсе по поводу того, что вы обязаны выполнять свои обязанности в тот способ, который предусмотрен действующим законом и Конституцией? Замечательно. А вы в курсе, что вы не можете препятствовать осуществлению журналистской деятельности, например? А адвоката вот там сейчас держат. Вы в курсе? Подождите. Я сейчас в данный момент, потому что в данный момент я не в курсе, какого адвоката... Значит, не в курсе. Тогда расскажите, пожалуйста, о 10 миллионах масок, куда вы их передали? Почему мы их не видим? Мы их не видим в аптеках, мы их вообще нигде не видим. Вопрос следующего характера. У нас в данный момент... Здравствуйте. Здравствуйте. Адвокат Борисович Геннадий Владимирович. Господа. Я к чему иду? Мы можем с руководителем пообщаться, сдать ему заявление и поехать уже по своим делам. А заявление какого характера? Вот, препятствование... По поводу вашей деятельности, которая на самом деле сводится к бездеятельности. И мы хотим, чтобы на месте начальник сразу рассмотрел. Заявление какого характера? Но вот человек, который возглавляет штаб, которого мы сопровождаем, у него в руках заявление. Руководитель с ним ознакомится и даст и правовую оценку на месте. Ну, как вы хотите, можете не сказать. Да. Но нам нужен руководитель, первое лицо. Он есть, но почему-то не хочет принимать. Наберите, пожалуйста. Мы уже 2 часа ждем, уже все зашли, еще 10 человек ждет внизу. Мы хотим всего лишь... Господа, хочу вас так... Пожалуйста. Можно вам жирно не оставить? Хоть зам. Это громадскости от наших. Вот видите, нету маски. Вы обратили внимание? Обратил. Даже в Держрезерве нету маски. Даже в Я в маске нахожусь. Ну вот ваш сотрудник без маски. Знаете, она ко мне зашла. Зачем мне маска, если этот сотрудник... Вы, да, вот смотрите, вы сейчас в данный момент... Вы 10 человек зашли, ничего, нормально. В масках, которых вы 2 часа уже вниз упросили. О, правильно. А вы, Держрезерв, должны были предоставить нам маски в достаточном количестве. Я вам ничего не должна. Конечно. А представьтесь, пожалуйста, кто вы такая? Представьтесь, пожалуйста. И мы просим, ну, у нас возникли вопросы, точнее не у нас, а во всей стране вот есть вопрос к государству в общем, по организации мероприятий, связанных по защите, да, от коронавируса, по обеспечению средствами защиты. Вы же понимаете, государство ограничения ввело, правильно? Но средствами защиты нас не обеспечило, хотя вы выделили 10 миллионов масок. Согласно распоряжению 1099. А знаете, когда они выделили? В феврале месяце. Согласно распоряжению. Да, только получили их в марте. Да, только распоряжение было в мае 2019 года. Ух ты. Да, тут видишь. Да, можно я? Конечно, да, конечно. Он знакомится и выйдет в помещение для приема, и мы проведем дело. Да. Ну сейчас уже, ну, пойдемте. Смотрите же заявление. Вдруг у него вопросы возникнут. Так, возник при том, сейчас выйдет. И метры. Ну как раз нужно момент. Ну давай. Давайте метры. Это что такое? Пройдите, пожалуйста. Отойдите. Что вы сейчас? Вы препятствуете отойдите. Осуществлению журналистской деятельности? Какой? Это 345-я статья Уголовного кодекса. Хорошо. До 7 лет лишения свободы. Представьтесь, дайте мне документы, отойдите, чтобы я признал, на кого заявление подавать. Я тут стою. Отойдите, я стоял, вы зашли вы вторглись в мою дистанцию. Кто вы такой? Давайте отойдем. Уже заявление даже подано. Два раза заявление фиксировали.
Сейчас еще зафиксируем. Я стоял на расстоянии, а вы ко мне подходите, отойдите от меня. Я тут стоял за 5 минут до вас, подошел. Выйдите со служебного помещения. Вы кто такой? Покиньте, пожалуйста, вы непонятно кто. Сотрудник службы безопасности. Подтвердите свои полномочия соответствующим документом. Я вам не должен выполнять незаконные требования. Все. Не мешайте мне работать. Где? Что? Кто вы такой? Что вы работаете? Я осуществляю журналистскую деятельность. Я не обязан перед вами отчитываться. Я работаю, а вы препятствуете. Вот как бы поэтому, в принципе, да, фиксирую. 345 ОК догонит. Пане Андрію, от я от дивлюсь на наших чиновників, і от пані Гінзбург з департаменту охорони здоров'я говорила, що я закон. Ці чиновники кажуть, ми вам нічого не повинні там робити, ми вам нічого не винні. Цікава історія. Ну, дійсно, якщо от не брати, що це Держрезерв, і вони теоретично повинні, це в їхніх обов'язках прописано, що вони повинні саме в екстрених ситуаціях, в нагальних потребах просто брати зі складів і передавати громадянам України по якійсь процедурі це все. Ми бачимо, що позиція така, що ну, ми нічого не винні вам. Як так? Я вам нічого не должна, це золотой фонд цитат, добавляємо Гінзбург. І записуємо потім в Конституцію, якщо нас Зеленський смотрит, то я знаю, смотрит, от добавте в свої змінення Конституції, що ми вам нічого не должны, поскольку ви вже просто обнаглені. Ну тут два варіанти, смотрите. Либо с этой пандемией, это все на самом деле надувательство. Зеленского вводят как куклу читать речи перед телекамерой, а люди просто зарабатывают деньги. И на самом деле... Его, до речи, гарно выходит. Ну, он же работал клоуном всю жизнь, а он просто жанр сменил. Он из веселых и начал трагические читать речи. Как бы очень, очень красиво выходит. Ну, раньше он мне больше за что-то подобался, но давайте по сути. Ну, и он бриться перестал, наверное, не высыпается. Либо нас обманывают с пандемией, либо чиновники совершают преступление, поскольку идет вирус, от которого умирают люди, которые имеют очень тяжелые последствия, а маски испарились. Нам же ж так и не ответили, где 10 миллионов масок. Испарились, довгоносых зъев, нема. Все, вот этот товарищ непонятный втупился в эту, как баран на новые ворота, в эту бумагу, ну не знаю, слова знакомые ищет. А второй какой-то бычара на журналиста нападает и мычит о том, что он начальник службы безопасности. Я так понял, что как отбирать начальников службы безопасности? А проверили, мозга нет, есть монтажная пена, чтобы телефон не фонил. Я не знаю, это уродство и уродское отношение к журналистам. При том, что президент в это время, наш всенародно избранный не Порошенко и не лох, проводит суперспецоперацию по таинственной закупке масок в Поднебесной империи. Угу, даже так? Да. Ну, все ж таки, давайте більш детально з цього приводу будемо розбиратись. 31.03.2020 з Китайської Народної Республіки було доставлено в Україну медичне обладнання, тести та медичні маски. За повідомленням Офісу Президента України, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль, Київ, з китайського Гуанчжоу партію медичних масок. Цитуємо, військовий борт привіз в Україну медичні маски різного ступеня захисту. Закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії «Слуга народу» та урядовці. Отака є новина, і все ж таки так ми бачимо, що от Зеленський, я так розумію, визвав до себе олігархів і якимось чином запропонував їм все ж таки виділити якісь кошти, ви цю ситуацію якось прояснити нам,
как юрист. Эту ситуацию для того, чтобы прояснить, нам пришлось предпринять пару наших журналистско-адвокатских действий. Потому что действительно, смотрите, как выходит. У нас есть очень много медицинского оборудования и не только масок в государственном резерве, о чем мы видели в распоряжении кабинета министров. Они где-то таинственным образом, да, прилетел Копперфильд на голубом абаковском вертолете, их испарил. И тут президент просто как супермен проводит срочные переговоры с бизнесом, назначает своих депутатов встречать самолеты. Самолет... А можливо, все ж таки Зеленському просто потрібно как якось розібратися, куди зникли 10 мільйонів масок. Тоді і не потрібно було там літаки, там піари, все ж таки. Ну, він же должен знати, що вони должны исчезнуть, эти маски. То есть Зеленський вместо того, чтобы отыскать украинские маски, назначает, вот я не понимаю, что это значит, курировали депутаты от «Слуги народа», они диспетчерами подработали, говорили там, вторая полоса свободная, садитесь. Ні, якщо ми бачили, якщо люди бачили що, то, що там відбувалося, вони просто злітали туди і сюди і знімали це все в Facebook свій. Вот. Поэтому мы решили задать простые и нормальные вопросы. Мы направили наши заявление в офис президента, в Киевскую таможню, в Госрезерв, Министерство охраны здоровья. Значит, у Госрезерва и Министерства охраны здоровья мы спросили следующее, что, ребята, где маски? А наперед вам отвечаю, они не ответили нам ничего. Все, они просто проигнорировали наш запрос. Не, ну мы же их захопили, можливо, просто... Да, да, ну так хотя бы написали, что маски... их не звільнили с полону. Что маски унес Василец. Вот. Они ж... Чи Семченко. Или Семченко, да. Вот. Дальше мы спросили у офиса президента. И мы задали ему следующий вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста... где вы взяли деньги на покупку масок? Кто именно из большого бизнеса оплатил этот товар? В каких суммах и как осуществлялись разрахунки, транзакции? Через какой банк, фонд и за поставленный товар? Предоставить копию контрактов о покупке этих товаров? И уведомить о том, как осуществлялось таможенное оформление? Смотрите. Это, то есть, как большой бизнес. То есть он в чемодане принес Зеленскому эти деньги, чек выписал. У кого Зеленский взял деньги? У Ахметова, Пинчука. Ну, дайте нам конкретику, пожалуйста, извините. Может, я не хочу, чтобы мой президент договаривался с каким-то бизнесом, а потом мне тарифы повышали, а потом землю продавали. Да это, подождите, так тут коррупция попахивает. Это, ну как это выглядит? Алло, здравствуйте, Ренат Леонидович. Да, Зеленский, узнали? Да-да, тот смешной парень с квартала. Ага, да, который на рояле играл. Слушайте, мне тут надо 11 миллионов баксов. Ага, да, можно в чемодане. Да-да-да, конечно. Да, Бакланова знаете? Да, вот ему принесите. Потом, здравствуйте, хуйвейбины. Знаете, сейчас... Как? Это, извините, пожалуйста, это деньги, это государственное первое лицо государства. И нам президент таки ответил. Вот, у меня есть письмо с офиса президента. Знаете, что он ответил? Ну, они не знают, с кем он переговоры провел. Угу. То есть таки, они просто переписали, закупівля медичних засобів та обладнання відбулася за недержавні кошти на виконання. То есть они не знают. То есть, ну, если президент не знает, с кем он провел переговоры, и они не знают, как эти деньги ходили, они сказали, вам ответят в кабинете министров, значит, как мы купили эти маски. А від кого гроші все ж таки тиша? От кого деньги? Как их доставили? В каком чемодане? Какого цвета? На какой счет? Через какой банк, мне тоже интересно, неизвестно. Кабинет министров нам написал письмо, короче, что мы тоже ничего не знаем, как там эти деньги ходили, вам ответит таможня. Ну, мы сами на таможню обратились, потому что, вот, я прошу дать ответ таможне, поскольку аэропорт Борисполь, там находится таможенный пост, который принадлежит Киевской таможенной службе. Они нам написали копировать, вставить нам Конституцию, законы. Вот что, кстати, любят делать чиновники, вот это тратить бумагу. Да я знаю, что в Конституции написано. Зачем вы мне на 3 страницы переписываете эти законы? Вы важность изображаете. И целый абзац сути. Оказывается, мы растаможили там
За какие деньги, кто покупал, тоже они мне не ответили, это тайна. Ну, то есть, плачивали податки, чи ні? Ты ж, нет, налоги не платили, потому что был введен быстро специальный закон, который освобождал от сплаты всех таможенных сборов и НДС. Однако меня интересовало, кто был, кто таможил товар. Кому принадлежит эти массы, за чьи деньги, ну, как расплачивались. Нам на это не ответили, ответили, что примерно за все время по этим договоренностям, около месяца там с Кореи возили, с Китая возили, примерно на 11 миллионов долларов было закуплено товаров. То есть к тем 10 миллионов масок и прочего еще было закуплено, товарищи граждане Украины, на 11 миллионов. Теперь вопрос. 11 миллионов Зеленский у кого взял этих денег? У какого большого бизнеса? Мы вот можем обратиться, я попрошу режиссеров, на господина Коболева. Ну, это нашего выдатного предприятия. Вот смотрите, это председатель нашего нефтегаза, моего, вашего и прочего. Вот у этого лица... Вибачте, это той самый, який підвищує тарифи на газ, а потом говорит, что их компания отримує дуже великі прибутки, и это все его заслуга. Повышает тарифы нам НКРЕ, но он очень ноет, что надо их повышать. Так вот, у этого нашего чиновника, у одного из супер-топ-менеджера, у него зарплата 1 миллион долларов в месяц. Так может Зеленскому у него надо было деньги взять на маски, ему позвонить? Тем более, что потом он эти деньги отправляет в Соединенные Штаты Америки. Пане Андрію, в нього немає. Я читав новини, він мамі відправив ці гроші, тому що він прямо і каже, тому що в Україні їх можуть конфіскувати за корупційні схеми. А, ну да, в Америці не конфіскують, в Америці ще компенсацію виплатять, як Юлії Тимошенко. Так извините, если мы взяли всяких наемов, всяких Коболев и прочих млекопитающихся, то может надо не клянчить у буржуев эти деньги у бизнеса, а потом что-то отдавать на переговорах, потому что я не знаю, что в Зеленский, кто может вот так вот просто 11 миллионов баксов дать. За что? За красивые глаза Зеленского? Ну я крайне сильно занимаюсь, за такие деньги Майдан можно сделать. А как вы уважаете? Були якісь додаткові домовленості, як умова отримання цих грошей з Зеленським? Ми ж розуміємо, от якщо от дивитися в перспективі і ретроспективі, ми бачимо, як МВФ, коли дає гроші, кредит, навіть офіційно, коли видає, то в нього є умови, там, продайте землю, там, підвисьте тарифи на комунальні послуги. Суми там більші, звісно, ніж 11 мільйонів доларів, але якщо ми бачимо цю ситуацію, ну, ми ж можемо теоретично думати, що там теж є якісь умови. Особливо, коли ці гроші, наприклад, якщо МВФ вони на рахунки перераховують, а тут, я так розумію, може в чемоданах, може на якусь благодійну організацію, може перерахували 100 мільйонів, а товарів купили на 11. Тобто ми ж не розуміємо усієї структури цих домовленостей, ми не бачимо, щоб вони були прозорі. І тому, звісно, а от я не розумію, а може просто там більше цих чемоданів було, а накупили тільки на 11 мільйонів, тобто там на один чи два чемодани, а інші кудись ділися. Які умови цього всього? З ким конкретно були ці умови? Тобто де цей благодійник? Ну, невже не можна вийти і сказати, мені заплатив те-то, те-то, те-то. От як ви вважаєте, як ви можете прокоментувати і оцінити саме цю ситуацію? Ми повинні відповісти одним словом – прозрачність. Была ли в этой сделке прозрачность? Если бы у них было все отлично по документам, нам бы, конечно, бы копию контракта бы предоставили, дали бы платежное поручение, показали бы банки, фонды, кому, кто вот этот вот спаситель Украины, который нам маски купил. Вы правильно задали вопросы, а я еще могу вам как бы контр-вопрос задать. А есть у вас уверенность, что таким способом во избежание налогов кто-то для продажи в своих сети аптеков и супермаркетов по такой схеме благородной не ввез товара медицинского? Ну, это единственное, я думаю, еще окреме питання. Вот если завезли на 11 миллионов товаров, долларов, теоретично ж вони повинні безкоштовно, якщо це державне,
це державне, а держава повинна надавати своїм громадянам усі необхідні інструменти доступу для захисту. Теоретично ж воно повинно бути все безкоштовно, а от є якісь документи, які нам пояснили би, куди поділися ці грузи на 11 мільйонів доларів? Ні, з контори президента нам відповіли общими фразами, що вони були розподілені згідно потребностей. Все. На обычный наш вопрос, документы дайте, мы умеем читать, не надо нам копировать, вставлять ваш пресс-релиз, мы его и так прочитали. Нет, они нам сказали, они распределили согласно потребностей, и все у нас классно. Мы... Тобто, если где-то в аптеке у какого-то олигарха была потреба, они ему распределили, чи они якусь бабусі на улице зловили, запитали, и у неї теж є потреба, вони її надали, наприклад, якийсь апарат штучного дихання, можливо, вдома, щоб у неї стояв. Ну, як? Ну, логіка ж якась повинна бути. Чи от на прості прямі питання нам просто відповідають якусь ерунду, якусь нісенітницю. І ще, знаєте, як нам інтересно об'яснила та ж таможена служба, вона нам написала, що віддельно маски не таможились, тому ми вам не можемо сказати, скільки там було масок. А по коду классификации было заведено вот на 11 миллионов. Поэтому какая там еще внутри структура и что под этим грузом к нам приехало, освобожденное от налогов и закупленное каким-то непонятным бизнесом, нам так и не ответили. Плюс зачем нам Китай, это Корея и валюта, если у нас рядом есть Республика Беларусь? Ну, до речі, давайте послухаємо, що батько каже з цього приводу. Чого приїхав? Вспышка була, я боявся, дуже боявся, більше всього паніки. Паніки на ринку. Начнуть там гречку скупати, продукти питання. Потім возник дефіцит защитних средств. Маски у врачей, костюми, бахіли, очки там і так далі, і тому подобне. Задача була одна – насытить свій ринок средствами защиты. Сегодня другая проблема. Куда это все девать? Опять правительство вовремя не сориентировалось. Не надо держать. Если нам не надо, это, ну мы насытили рынок, и у нас в запасе миллионы на складе лежит. И огромный спрос в мире на вашу продукцию. Поэтому я сегодня разрешил, это всех касается, не только вас, а вас прежде всего. Продавать по экспорту все, что вы производите. Это валюта. Посмотрите, Китайская Народная Республика сотнями миллионов, миллиардами продают по всему миру эту маску. Неплохого качества. Но и вы не хуже делаете. Почему не продать? Есть просьбы вот от россиян и от латышей. Все вокруг просят, дайте. Украинцы, я знаю, обращались. Надо помочь. Нам помогали, и мы должны помочь. Притом, я говорю, это же не бесплатно. А кому надо бесплатно, кто не может, надо и бесплатно, Игорь Петрович, посмотреть и бесплатно помочь. Надо просто по-человечески к этому. Дійсно, от ми чули заяви дійсно президента, от з вашої точки зору, от чому все ж таки Зеленський жодного разу не запитав у колеги свого, щоб він якимось чином реально допоміг Україні? Ну, наверное, Білорусі відкатів не платять. Тут у мене такий вопрос. Зеленський лично знаком з Лукашенко і зустрічався з ним на форумі регіонів в місті Житомирі, который вот проходил. Тем более, что явное дело, что с Беларуси будет стоить дешевле логистическая составляющая. Плюс белорусы, видите, готовы дать рассрочку и готовы бесплатно помочь. Тем более у нас есть о чем с Белоруссией говорить. Общая граница, мы можем электроэнергии дать. Зачем глушить свои атомные электростанции? Но, видимо, в Китае заслать валюту поинтереснее будет. Ну, в Китае есть Гонконг, офшорная зона, правильно? Есть Южная Корея, есть много интересных моментов, которые с Китая можно привести. Поэтому мы мало того, что отвергаем протянутую руку помощи батьке, так еще к санкциям присоединяемся против Беларуси. Дмитрий, мистика, вот загадка. С госрезерва маски испарились, с президентской помощи все испарилось.
Деньги испарились, непонятные олигархи, вот какой-то мировой заговор рептилоидов. Вот кто с этим может помочь разобраться? Вот я не понимаю. Ну, але все ж таки, я думаю, що наш юридичний відділ у вашому лисі запропонує нам щось. Вот мы специально в зеленой папочке приготовили, это намек, потому что зе-папка. А в зе-папке у нас лежит заявление на национальную полицию. А поскольку у нас творится мистика и пропадают маски и медицинское оборудование, а есть у нас закон про оперативно-розыскную деятельность, mm-hmm. и вот доблестные опера, они обычно вот мистические эти истории... Они на этом специализируются. Да, они разбирают, вот, и смотрят в хрустальный шар, сверяются с законом, во всем виноват Путин, как бы, и находят... обстоятельства, чтобы внести это в ЕРДР. Поэтому так, что я делаю, как на свадьбе? Сам подписываю и вам предлагаю послать доблестным полицаям вот это наше небольшое расследование, и пусть они в этой мистике разберутся по заветам светоча нации Петра Алексеевича Порошенко. Прошу вас подписать вот это вот. Давай, это все ж таки тоже в полицию подпишем всю заяву. Поэтому, пользуясь случаем, обращаемся к вам. Дорогие оперативники, ну, на вас, родимых, вся надежда, потому что, честно говоря, это... Если по той бичной силе, возможно, как-то хоть они допоможут. Потому что эти мыши, которые жрут в стране, все съедают, и мы получаем дырку. Да и так, товарищи честные офицеры, все-таки подумайте о ваших семьях. Украдено же ведь и у вас тоже. Але все ж таки, я думаю, що якщо вони б зробили гарне розслідування з цього приводу, ми ж, звісно, будемо публікувати результати, як вони будуть відповідати нам. Можливо, все ж таки, в нас в лікарнях будуть саме такі умови, як в офісі Держрезерву. Можливо, все ж таки, в нас зміниться ситуація, і кабінети чиновників, вони реально повинні бути такими, як зараз у нас лікарні. А от лікарні у нас... Як ми бачили, потрібно, щоб були реально на гарному досить рівні. А от цього нам реально не вистачає. І фактично нам теж, я так розумію, на правоохоронців треба надіятися з цього приводу. Але все ж таки час нашої програми фактично вичерпано. Пандемія коронавірусу. Для когось це час тяжких випробувань, безробіття, хвороби, неадекватна поведінка державної влади. А для інших це заробіток, коли на медичних засобах можна сколотити величезні статки. Ми обов'язково продовжимо нашу роботу та виявимо, завдяки кому та де зникли медичні маски, що належать українцям. З вами була програма «Презумпція винуватості» та її ведучий Дмитро Василець. В гостях в нашій програмі був Андрій Гожий. Побачимось на наступному тижні.